«Да, жизнь не была ко мне милосердна», — внезапно молвил старый матрос Джонас, и таверна «Последний стакан» затихла. Сникла даже драка, начавшаяся была в углу. Все ждали, что будет дальше. Уж больно увлекательные были истории у старины Джонаса, особенно про Ирфистан. И следующая история не заставила себя долго ждать. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Старина Джонас смачно сплюнул прямо на пол, но никто не обратил внимания на такое. В таверне «Последний стакан» водились дела и похлеще. «Помню я этот самый Эрефистан!» Внезапно сходу перешел к стране, последней стране своего вояжа, морского путешествия Джонас. «Так представляете, эти олухи там воду ситом ловили!» Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И пока светила и официальные лица, медицинские светила обсуждают, что им делать со штаммом омикрон, который возник в ЮАР, а теперь стремительно распространяется по планете, штамм это или что-то вообще... я хочу поделиться с вами другой, не менее, а может быть куда более страшной новостью из той же самой мозаики, которой облеплен весь шар сегодняшнего бытия. Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описание этого видео, если решите поддержать мой труд, в чем я реально нуждаюсь, потому что я сам по себе тружусь. Вот, и хочу сказать, что торговая сеть «Перекресток», прошу не считать это рекламой, объявила, попросила, обратилась к торговым центрам, в которых оно находится, с тем, чтобы те снизили арендную плату. И, насколько я помню, речь идет чуть ли не о 20% снижении. А это очень серьезно. Пойдут ли на это торговые центры в условиях мощной инфляции? Идет ли речь только лишь о торговой сети «Перекресток»? Увы, дорогие друзья, основная схема распределения продовольствия в нынешнем Ирфистане – это сетевики, сетевые магазины различные. И сейчас, в связи с вот этими вот QR-кодами, они терпят страшные, страшнейшие убытки. Так что слова Вальдемара де Морта о том, что типа раз мы на 7 триллионов больше налогов собрали, вы живете хорошо, звучат не просто цинично, а убийственно цинично. Что ж, между тем добавлю, что у этого новой штукенции омикрон Персей 8 обнаружили какие-то сверхклейки, какие-то частицы, которые помогают ему быстрее распространяться в организме к здоровым клеткам. Вот. Хищная штука, да? Хищные вещи века. Вот такие вот дела. Дорогие друзья, берегите ваше здоровье. Это я говорю совершенно серьезно. А если вы в группе риска, то обязательно одевайте маску в общественных местах, в транспорте и так далее. Да, можно говорить намордник и так далее, но я предупреждаю вас с полной ответственностью. Берегите ваше здоровье, дорогие мои зрители. Вот. Относитесь ко всему без страха. Живите достойно, вот такие вот дела. И не будем уподобляться старине Джонасу, который без выпивки и прожить не мог. Да, я завязываю и так далее. Действительно, у меня бывают срывы, я пытаюсь перестать, но иногда бывает, я выпиваю и задумываюсь о том, чтобы действительно зашиться. Если кто может, помогите и так далее. Вот. И еще раз хочу попросить прощения за свое безобразное поведение в этом ВВД Арбат, когда меня туда замели. Для меня нет ничего дороже моей родины, моего рода и моего народа. Ну, вот такие дела. Простите меня, ради бога, все, кого я мог задеть, чьи чувства я мог задеть. Я люблю Россию, русский язык, русские народы, и не могу перестать об этом думать, о своем поведении. Мне очень-очень стыдно. Вот. Ну что ж, буду продолжать свой нелегкий и в меру безумный труд.
Вот. А старина Джонас заслуживает того, чтобы про него написали прям отдельную книгу. Да? Вот. Доброго денечка. Помогай нам всем Бог. И точка.